Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, сегодня воскресенье, уже поздний вечер, и я зашел для того, чтобы посмотреть, все ли у меня здесь нормально. Так, ну, во-первых, забираем с тобой ежедневные награды. 407 долларов, да? 13 тысяч мутагена, 72 сыра. Так, надо будет это, наверное, все потратить, хотя у меня очень мало... Ребят, телепортов. Зайдем в магазин сразу же. Бесплатно пак забираем. Опять паукус. Ты, кстати, заметь, нам уже второй или третий раз подряд выпадает паукус. Что за дела, а? Поднять уровень персонажа, сразиться в боях и пройти серию испытаний. Ну-ка, давай-ка начнем, наверное, с серии испытаний. Я хотел вначале пройти, думаю, а почему бы и нет, а? Серию испытаний. Ну, потом вспомнил, сколько у нас тут... не пройдено, и как бы немножечко отложил эту идею. Сегодня будет короткая серия, потому что, ребят, просто доделаю все то, что нужно, чтобы я завтра уже проснулся, как говорится, бустанул вместе с вами, и все было тип-топ, чтобы голова не болела, да? Так, слушай, училка, хорош выпендриваться. Смотри, какая крокозябра получила. Ну что, забегаем, и у нас тут... Давай сделаем суперударом. Усаги их сейчас всех в баньки положит. Ага, ага, прям положил. Нет слов как. Вот, супер шреддер, молодец, отличился. Ну что, мы прошли с тобой серию испытаний, за это получаем награду. И пойдем сейчас опять же на поиски. А какие поиски, если у нас с тобой очень мало телепортов? Нет. Будем с тобой что-нибудь другое делать. Ну, во-первых, нам нужно с тобой вот выполнить обязательно бои сложные, да, режим и изи режим. Так, а мы с тобой хотели прокачивать, по-моему, Ваньку или Карайку. Нет, мы Карайку, да, вроде бы начали. По-моему, ее. Так, если мы хотим с тобой прокачать массовую атаку до шестой ступени, нам понадобится, ух, как много чего. Так, три куклы Дарума. Поехали. Остается две. Одна. Последнюю куклу мы находим, и все четенько. Дальше нам нужно с тобой найти два пульта управления. Пока нам выпадает микроскоп. Опять микроскоп. Так, отслеживающее устройство. Это только первое. И второе, да? Дальше смотрим. Нам нужно с тобой 12 вот таких вот знаков. Раз. Блин, у меня не хватит телепортов. Два. Три. Четыре. И пока, наверное, хорош. Потому что мы уже с тобой выполнили задание. Уже в следующей серии, наверное, дособираем. Хотя это не точно. И поднять уровень персонажа. У нас с тобой мутагена очень мало, да? А мы с тобой находимся в Лиге Мастеров 3 звезды, ранг 44. Все-таки скинули, ребята. Они умудрились меня сбросить, поэтому я сейчас вперед, как говорится, из песней. Вот, например, Геннадий. Я опять же беру нашего Армагона. И вместе с ним пойдет Супер Шреддер. Ну, так как у нас мало... Нужно для того, чтобы обратно вернуться в топовое место, да? В топчик. Мы с тобой не будем там разыгрывать самых слабеньких. Вот просто по фану с тобой сделаем. Как у нас сейчас будет. Ну-ка, Армагоша, угости их валуном. Красавчик. Кстати, а по-моему, мутаген мы можем с тобой сейчас на спецзадание взять. Да? По-моему, да. Так, сейчас посмотрим, куда мы переместимся. В плане. Вы сейчас издеваетесь. Я был на 44 месте и переместился на 41. Что за дела-то, я не понял. Хорош так прикалываться. Ну-ка давай-ка еще раз проверим, я что-то не врубился. Что за шутки-то такие, а? Раз, два, три. А ну-ка, сейчас по-быренькому с тобой наваляем им и глянем, куда нас переместят. Давай, Армагоша. Хлоп. Так, двоечка упала. Пошла вертушка родная.
Лео наказал, и смотрим, да? Значит, 41-я была. Давай хотя бы десятку, ё-моё, пролетим. 31-я, что была? Ну? Ну вот, совсем другое дело. А то 4 ступеньки пролетели. Мне чуть волосы на голове не встали. Так, давай сделаем таким вот образом. И уже пойдет у нас Усаги. И вместе с ним вот этот вот небольшой отрядик повстанцев побежит. Так, ну тут должно быть все на изи. Потому что, ну сам понимаешь, Усаги и Армагоша — это еще тот напалм, который все разрывает на своем пути. Давай, Армагоша, вылупляй. Бабах. Ну что же, изумительно. Я надеюсь, сейчас мы с тобой попадем на двадцаточку. Ну, хотелось бы, по крайней мере, мне так, чтобы было. Итак. Да, друзья мои, двадцаточка. Получается, нам всего лишь нужно сделать еще два боя. Возьмем-ка мы с тобой, наверное, Игорька, да? Игорек. Так, подожди. Ну, давай возьмем, фиг с ним. Пускай будет Супер Шреддер. Кстати, кто-то хотел спросить или поинтересоваться, а у кого инициатива лучше? У Супер Шреддера или у Армагона? Конечно же, у Супер Шреддера, друзья мои. Вы видите, у них одинаковый уровень, соточка, да? Но Супер Шреддер все-таки опережает Армагона. Но вот если брать по силе дамага, тут можно поспорить, наверное. Наверное, можно поспорить. Не знаю, кто из них сильнее, но почему-то мне кажется, что Армагон будет помощнее. Это, кстати, можно зайти в определенную статистику и глянуть. Так, ну-ка посмотрим. Десяточку? Девяточку даже. Ага, прекрасно. Кого бы нам тут... Романа, может быть, нет, Романа не будем брать. Возьмем вот Джисус. Давай вот так вот. Я не буду, ребят, здесь никого больше откатывать. Откаты нам с тобой все равно еще пригодятся. Так что будем играть своей старой командой. Вот смотри, вот сейчас вот будет ходить... А, майки. Ну ладно, сделаем уклоняшку. Вот смотри, сейчас мы делать будем с тобой удар Армагоном. Смотри внимательно. Сколько он нанесет повреждения. По-моему, в разы больше, чем Супер Шреддер. Даже вот если... ох ты, ты куда... Ты что делаешь, эй, майки? Взял, захилял свою братву, прикинь. И что ты нам прикажешь делать? Пошла, 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 вертушка. На тебе. Так, этот укрепляет команду. Так, разберись, Раф. Ну, Баксер, твоя очередь. Да ладно. Микеланджело не смог завалить. Ну, потому что у него, видимо, там было здоровье немножко побольше, да? Из-за этого он выжил. Но, тем не менее, если бы я, интересно, смертельную волну сделал бы, положил бы он всех, тоже неизвестно. Знаю только одно, что мы с тобой в топовое место обратно запрыгнули и будем здесь теперь сидеть до последнего. Так, по заданиям. Поднять уровень персонажа. А мутагена сколько у нас? 21 тысяча. Так, давай-ка определимся. Ваньку будем прокачивать или же Карайку? Я не помню. А, можно вот так вот сделать, ребят. 65-й, чтобы был, да? Чтобы было красиво, так скажем. Змея-карай 65-го уровня. Ну тогда и Ваньку нужно прокачивать до 65-го. Ой, до 85-го. И Сплинтера до 75-го. А раз уж мы такие перфекционисты, блин. Паукса тоже надо. Так, давай-ка мы здесь, наверное, с тобой немножечко получим. Так, тихо. Вот здесь можно, в принципе, обменять 560, что-то так мало. 1120, ну здесь уже получше. Погоди-ка, а здесь сколько дадут? 1785. За этого дадут нам 840. Здесь 1260. То есть мутагеноид вообще мало стоит. Крысиный король тем более. Вот такие вот дела. Все, что ли, больше нету? Излишков. Излишков больше нету. Вот только я смотрю, на классическом Донателло есть. Давай обменяем. Тут почти 2000. Так, на Макмане даже.
Ну давай с этого Рафаэля снимем тогда. И здесь уберем. Здесь почистим. Пока есть, ребята, время, да, можно этим, в принципе, здесь пока позаниматься. Так, на донике убираем. Ну и вроде бы как все. Ну, по одному ДНК, да ладно, фиг с ним, пускай будет. Давай берем. Видишь, тут 88, да, стоило, а здесь 35. Если пускать на разборку. То есть у каждого персонажа своя сумма именно карточек по сюрикам, если судить. Угу. Так, здесь все. Здесь вот Лео. Давай отдай сюда. Здесь у нас Леонардо классический. 1470 мы получаем. Здесь 704. Так, а Кирби? Кирби, наверное, вообще дешевка, ребят. 490. Мондагека тоже не очень так богато. 630 на Паукусе. На Карайке Змее 630. То есть вообще мало. Так, погоди, какие навыки? А, кто-то мне говорил, что на Супер Шреддере есть. Ну, посмотрим. Вот этот вот, ребят, ну, костяной кунай до 7 прокачивать ступени я не хочу. Я, если буду прокачивать, в первую очередь, то это супермассовые вот эти атаки. И, как видишь, ну, тут дофигища нужно. Просто дофига. 25 вот этих вот, я уже не помню, как эти маски, да? Два элемента, я не помню, что это такое, сила или проворство. Не, проворство, по-моему, синее. По-моему, это на мощь идет. И, как ты видишь, нам нужно еще 8 вот этих вот элементов. Да, это достаточно долгое количество времени придется потратить. Так, ну что, забираем с собой здесь награды. А в магазине у нас что происходит? Тут все тихо. Тут тоже, соответственно, и по жетонам пока глухо. Если, например, купить сколько? 500. Мне не хватает, ребят, даже 100 этих телепортов купить, потому что денег нету. Так, у нас по бою... А, здесь пицца просто. Ну, блин, ну вот если сейчас пойду вот это вот все тратить здесь, сколько мне хватит? Ну, две попытки, да? Две попытки. Опа, и сразу Донателло видение, прикинь. И 2 доллара. Блин, ну 150 на 30. А, давай. 150 на 30 мы с тобой потратили. Подожди, нет, не то. Заходим сюда. Силы природы. И пытаемся еще что-нибудь вытянуть. И как назло, мне ничего, ребята, не дают. Ты прикинь? Да чтоб вас разобрало, а? Ой-ой-ой, ребят, ничего не дали мне. Только вот, вот Донателло видение, и все. Так, у нас с тобой есть много пиццы. Ну, в принципе, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Рвануть на... Ну, чтобы серия не была такой уж короткой там вообще, извините меня. В 3 минутки мы уложились. Давай тогда сделаем с тобой приключение, да? Смятение из другого измерения. Пока пиццы хватает, может быть, попробуем пройти. Не уверен, конечно, но попытаться, думаю, стоит. Причем здесь проходится все довольно легко и быстро. Сам понимаешь, с такой командой имбовой. Да и не пройти, это грех. Ты смотри, как Север Модус-то, а? Выстоял, как-никак. Вот дела. Так, минус стрелозад. И минус еще один стрелозад. Ну что ж, вторая волна. Так, и здесь нам... Хм. Давай-ка я, наверное, скрипа начну. Да что такое-то? Почему они не падают? Я не пойму, а? Усаги, ты что, ослабил, что ли, в последнее время? Что с тобой не так? Раньше валил всех налево и направо, а теперь почему-то пасует. Ну-ка, давай проникающим. Так, и Джастин. Вторую атаку проводи.
Блин, почему ты второй атакой наносишь меньше урона, чем первый? Не пойму я. Очень интересно. И нам бы, кстати, не помешал бы хил. Потому что Джастин все-таки в конце сделал пакость, да? Немножечко подбомбил, опять же, своей массовой атакой. Окей. Так, здесь мы с тобой прошли. Давай идти на следующий поединок. Тут, наверное, будем что делать? Хиляться от супер-шреддера или как? Ну, давай потратим. У него, по-моему, в откате сейчас будет, нет? Или на следующем поединке сделаем? Сейчас посмотрим. Наверное, все-таки на следующем придется делать, потому что, ну, здесь уже сам видишь. Можно, конечно, хильнуться от Леонардо, но зачем? Да, у этого сердцебиение уже откатилось. Да, в следующем поединке, наверное, мы с тобой заюзаем и за счет этого будем отхиливаться. Так, крипа уложите, пожалуйста. Вот. А то у Саги начинает у меня здесь хандрой заниматься. Так, маузеры. Так, Рафаэль, давай. Молодец. Слушай, мы с тобой не доиграемся ли таким темпом, а? Смотри-ка. Здоровье-то у всех практически уже на исходе. Надо будет обязательно на следующем поединке заюзать сердцебиение. Ну, или на худой конец все-таки от Леонардо подлечиться, и все будет окей. Так, давай сюда переходим. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, мы можем, конечно, в любой момент вернуть Майки, Микеланджело, да, и за счет него хильнуться. Смотри, что творят, а? Ну-ка. Не, массовые не буду пока, давай вот так сделаем. Так, теперь... Блин, я же хотел сердцебиение активировать. А давай тогда вот так сделаем. И вот таким вот образом. Так, опять эта шейка-лейка тут стоит. Ну, Армагон-то, конечно, перестраховался. На нем стоит броня, ему пофиг. А почему у нас броня не вешается, скажите мне на милость, на супер-шреддера? Слушай, ребят, по-моему, мы сейчас доиграемся, и кто-нибудь у нас упадет. Сердцебиение. Ну, нет сейчас вот смысла его активировать. Я все-таки, наверное, захиляюсь с помощью Леонардо. Если успеем. Успеем. Вот, все, фулл хп сразу же. Тум, даже не попал. Мазила ты, мутагеноид. Просто мазила. Ну, а мы с тобой идем дальше. И, кстати, сейчас будут у нас с тобой черепашки. Битва с черепашками, а потом пойдем на Шреддера классического. Да? Да. Вот таким вот образом. Можно, конечно, вернуть в команду Микеланджело. Как уклониста это. Ну и, ребят, у него нет массовой атаки. Вот здесь вот у всех, кроме Рафаэля, есть массовые атаки. Давай вот так вот не будем с тобой здесь испытывать, искушать судьбу сразу. Как говорится, лучшая защита — это нападение, да? Добьет, интересно? Просто на изи порвал. Прекрасно. Ну что, а мы идем с тобой на Шреддера. Будем сейчас его тут бомбить. Тут все пройдено? Все. Раз, два, три, четыре, пять. Все-таки нужно нам с тобой, знаешь, что сделать? Побольше прокачать персонажей, у которых был бы сотый уровень. У нас как-то с тобой соточка, да, потом резко бум, восьмидесятники пошли. Как-то ни туда, ни сюда. Даже не заблокировал, а? Ну ты, конечно, у Саги и гаденыш. Так, Шреддер сейчас хорошо бомбанул. Так, минус мини-крэнк. Опа. Заблокировал способности. Прикинь, вот этот мелкий шитик 80 уровня. Так, ну, здесь бояться нам нечего. Шреддер сейчас как выйдет, так и отдуплится. Он, конечно, повыпендрится маленечко. Но это не критично. Погнали. Так. Укус. Второй.
И добивка. Нет, не добивка. А вот теперь да. Упал. Бедолага, еще главное такое в конце. Помогите, да, типа просит помощи. Фигушки тебе. Никакой тебе помощи. Ну что, переходим с тобой на вторую половину состязания. Надеюсь, у нас с тобой хватит именно пиццы для полного прохождения здесь. Так, Кирби плюс гриб. Гриб паршивый. Давай вначале Кирби, наверное, все-таки утихомирим. А уже потом всех остальных. Так, минус грибок сразу же. И минус бронированный таракан. Шикарно. Так, здесь можно просто сделать вертушку. Но опять же не факт, что они все упадут. Далеко не факт. Затрещина и удар. Ну вот, замечательно. Я не могу понять одного. Зачем здесь делают две волны? Ведь можно было бы и одной волной, да? Как бы ограничиться. Я вот не пойму немножко. Первая волна, которая вообще ни о чем. Ну, вторая как бы идет как основная. Ладно, фиг с ним. Как говорится, это их не задумки. Может быть, они как-то хотели что-то там дальше развивать. Может быть, усложнять. Типа вначале изи, потом нормал, потом хард. И постепенно-постепенно должны были эти количество врагов возрастать, да? Как на событиях. Потому что, ну, я не вижу вот смысла первой волны и второй. Первая — это типа разогревочная, что ли? Или чё? Сердце... Нет, не будем мы с тобой сердцебиение использовать. Они уже, смотри-ка, что Супер Шреддер, что Армагон уже накастовали на себя броню. Довольные стоят. Упс. В плане... А, ну Армагон не справился, потому что, извините меня, здесь 80 уровень. Так что его можно прекрасно понять. Если бы они были бы 74-го, да? Или 75-го, возможно, он бы их смог бы загасить. Ну, а так как 80-й, тут уж извините. Так, ну а мы идем с тобой дальше. Мы получим здесь, друзья мои, пак бесплатный от черепашек. И, соответственно, сможем открыть сундуки. Сундуки в чем выгодно, ребята, открывать? В том, что там могут выпасть тебе нужные элементы нам. Ты знаешь, да, что мы там ищем с тобой всякие приблуды. И вот именно из сундучков эти приблуды очень хорошо выпадают. Плюс там выпадают деньги, плюс там выпадает мутаген и... Что-то там еще, ребята. В общем, довольно прикольно. Награды там можно выудить. Так, здесь бы, конечно, массовую атаку бы. Во, Усаги, давай. Покажи свое мастерство. Бабах. Нормулька. Так, добили. И этого шитика тоже с тобой уничтожаем. Все. Кто-то спросит, а почему ты не возьмешь другую команду? Ребята, можно взять другую команду, состав я имею в виду, но он будет настолько слабеньким. Если я даже возьму вот этих вот основных своих, да? Вот, например, возьмем и уберем Рафаэля. Возьмем вот так вот, и кого ты здесь вот видишь? В роли такого потенциального бойца. Кого? Вот этих вот всех, у которых инициатива, вот Зек только именно по инициативе выигрывает. И все. Рафаэль, по крайней мере, ну, хоть он здесь и не использует свою провокацию, как, ну, в принципе, он и должен, да, действовать. Но у него есть, ребята, контратака. Вот против вот таких вот мелких шитиков, которые делают свои массовые атаки на самой ранней игре, да, на начале хода. И, естественно, Рафаэль именно делает контратаку, что уже приближает нас, как говорится, к потенциальной победе. Так что тут, можно сказать, баланс с тобой. Майки можно брать, если, конечно, был бы противник посерьезнее, посильнее, чем вот в данный момент, да? Чтобы он мог, например, уклоняшку повесить, да? Или тот же самый дополнительный хил был. И еще не тут. Единственное, что мы с тобой можем чередовать навыки наши. Вот, например, сейчас поставил месть. Но понадобится ли она нам? Потому что... Я сомневаюсь, что они тут успеют что-то сделать. Сами видишь, да? Никакой мести тут и не понадобится. Месть она срабатывает лишь в одном случае, когда нашего брата из нашей команды кто-то атакует из врагов.
Тогда Усаги подрывается и мстит. То есть делает контратаку. Только контратаку не тот боец, который получил урон, а именно Усаги, как защитник. Только без провокации. Так, ну что, Рокзарчик тут у нас родной пригорюнил, да? Ну, пора наказать его, наверное. Так, он провокацию взял. Нет, это не провокация, это месть. Ну, давай я сделаю вот так вот. Супер-пупер баф. Баф вообще великолепный. Мне нравится вот именно баф от Усаги. Так, теперь я включу сердцебиение. Это постепенное отхиливание. Окей. Так, бомбим Рокзара. Так, клонфутовцы что-то выпендриваются здесь, смотри-ка. Да хорош ты. С контратакой, конечно, хорошо, но почему он... А, у них отложенная смерть, ребята, я понял. То есть у них сейчас, ну-ка... Ага. То есть, когда ты наносишь ему смертельный удар, он все-таки выживает. Ну, второй раз уже, как говорится, по нему бьешь, и он погибает. А здесь у нас получится сразу накрыть их? Да. Все великолепно. Почему? Потому что была у нас усиленная команда. Ну что же, видишь, довольно быстро мы с тобой проходим. Там сколько у нас пиццы-то, хватит еще или нет? 49. Ну, в принципе, ребята, да, да, хватит. За глаза и за уши, как говорится. То есть пройдем мы с тобой сегодня это событие. Точнее, смятение из другого измерения. Ну чё, Джастин? Блин, я не понимаю, почему Маузеры, нифига у них инициатива. Просто обалденная. Он переплевывает абсолютно всех, я не знаю. Будь у меня здесь Микеланджело, он бы и Микеланджело переплюнул, или как? Да-да-да-да-да, шатовый, нормуль. Две плюшки достаточно было, да, чтобы Джастина накрыть. Ну что ж, переходим на последнюю волну. И здесь мы с тобой встречаем... Ну, три Маузера, да это фигня, ребят, на самом деле. Тут бомбим. Он, как всегда, орет. Ага, у них... Оу, они себе настакли броню, друзья мои. Вот что. Че, прям все втроем, что ли? Ничего себе фокусы. Ну-ка, давай сбивать. Они как минимум по две брони, наверное, стаканули себе. Но кто-то две брони, кто-то одну. Давай, 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 Шреддер, бомби его, отлично. Это не жилец уже потенциально. Так, бросим с тобой валунчик. И остается крысиный король. Хлоп. С одной плюшки, да, от Леонардо он погибает. Ну, а мы двигаемся, естественно, дальше. С широко поднятой головой. С широко поднятой головой, это как так? С высоко, наверное. С широко поднятой головой. Ну, Речик, ты как ляпнешь, что-то не подумавши. Так, ну что, мы с тобой выдвигаемся дальше. Оригинальчики у нас тут. А я, как назло, да, все потратил. Молодец, красавчик, ё-моё. Все суперудары потратил. Лучше не придумаешь. Ладно, не будем ныть. Будем бомбить. Хоба. Так, подожди, кто у нас тут самый коварный? По-моему, нет, Донни это фигня. Давай, наверное, понизим атаку. Ага, понизил. Так, этот сразу вниз... А почему это он сразу в инвиз ушел? Я не понял, ребят. Как он так сделал? У него когда мало здоровья, он автоматически уходит в невидимость, что ли? Что-то странное тут произошло. Тыч! Молодец, Усаги. А, у него месть. Месть, ребят, стоит. Так, и... Дайбивка. Прекрасно. Слушай, я так и не понял, как Майки ушел в невидимость. Как-то мы ударили, он букс сразу же. Прямо из-под удара, так скажем. Ну что, Крэнк, мы идем к тебе, мы уже рядом, мы тебе дышим в затылок, так что готовься, парень. Опять-то будет плакать, кулачками своими махать. Ну-ка, Криповский. Ну, Криповского, давай так вот, простенько. Простенько не получилось, да? А ну-ка, если вот так вот. Блин, надо было это сохранить на следующую волну. Ладно, сейчас валунчиком, наверное, их
пришли. Ага. Так, валунчик у нас в откате, оказывается. Окей. Так что мы с тобой сделаем? Ну, муку, наверное, надо бомбить, в принципе-то. Как хила, да? Сердцебиение не буду я тратить. Кусаем. Ой, чётенько все. Да куда ты, Рокстеди, ты куда силёнки свои налево он тянет? Ну ты, конечно, да. Леонардо, фиг ты пробьешь. Это раньше он был таким слабеньким, сейчас уже все. Он просто не подвластен никому. Ну, а у нас с тобой остается всего лишь два уровня. Слушай, как мы быстро пробежали. Я думал, у нас будет все это как-то долго. Нет, на самом деле, очень быстро проходится все. Так, ну что, нейтрализатор, мы до тебя... А, у нас не двойной атаки здесь, понял. Давай просто ударим. Ох ты. Шреддер хорош тут был. Слушай, смотри-ка, они просто сыпятся у нас. Просто перед нашими глазами рассыпаются. А если мы еще с тобой бы сделали, например, усиленную атаку, ух, они вообще бы пожалели о том, что вообще на свет появились, да? Так, тут у всех постепенно урон. Вот зачем я это делаю? Вот скажи мне на милость. Ну что за тупость? Да надо было валун бросить. Чё-то я совсем, ребят, расслабился. Раздухарился. Ну и что ты там? На кого ты полетишь, Каркуша? На Усаги. Все, отлетался, короче, парень. Ну что, у нас остается с тобой последний поединок. Это именно с Крэнгом. Ну и будем уже собирать с тобой награды. Так что выдвигаемся. Вот он сидит в своем технодроме. Там пыхтит что-то. Как паровоз. Не надо мне тут ля-ля. Ну что, вот этот вообще не в тему, ребят. Я понимаю, если бы тут бы стоял бы, например, Супер Шреддер, да? Как защитник этого Крэнга. Но тут почему-то поставили Бибопа. Ладно. Давай так вот, тых-тыч. Клинками такими, да? Пронзающими. Ну-ка, Маузера. Минус и минус. Ну, где-то там Крэнг, вылази давай из своей конуры. Покажись, как говорится, на свет божий. Шреддер вперед всех чесанул. Молодец. Вот он. Такой еще, знаешь, спиной отвернутый был. Типа, вы никто для меня, да? С такой, с надменной улыбочкой повернулся, да? И мы его сейчас будем наказывать. Что он там запретил? Хиляться нам? О-оу. Так, ну-ка, ребята, делаем баф. Блин, хотя надо было его, наверное, заблокировать. Блин, надо было, наверное. Опа. Теперь валуном, наверное, нам надо по нему бомбануть. И проникающий. И все. Все, друзья мои. Я же говорил, что Крэнг поплатится за свою дерзость. Ну и у нас с тобой все получилось. То есть неплохая, в принципе, серия вышла, да? Я думал, доделать дела, а видишь, что даже. Даже смятение из другого измерения прошли. Так, ладно, давайте мне, пожалуйста, пак ДНК. Угу, это все у нас есть. 330 сюриков. И вот самое главное, ребят. Что мне нужно было? Так, пицца выпадает, денег что-то маловато дают. Вот это нам пригодится. О, Рокстеди фильм даже выпал. Это хорошо, ребят. Это очень кстати. Видишь, да, сколько у нас всяких элементов здесь выпадает. Карайка. Так, морозильная кошка. Там комиксов навыпадало. Здесь Леонардо классика. Классика Леонардо и оригинал. Классический, классический, но что-то как-то по деньгам. Ну, 37 бакинских, в принципе. И все, ребят. Плюс 15 телепортов. Я считаю, что нормуль. Не, конечно, не супер-пупер награда, но терпимо.
Ну что, друзья мои, а на этом будем закругляться и будем ждать понедельник, когда мы с вами бустанем. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.